Сегодня порядка 22% частных домовладений до сих пор не имеют договор на вывоз мусора. Тем, кто не смог это сделать в силу обстоятельств, Госавтотехнадзор пока направляет сообщение. Но есть среди этого числа и те, кто просто противится исполнить свою обязанность, предусмотренную законом Московской области. В отношении их применяются меры административного воздействия в виде штрафных санкций. Подробнее о ситуации в городе нашему корреспонденту Александре Прокопенко рассказал начальник территориального отдела Госавтотехнадзора Московской области Кирилл Гальченко. По тем собственникам частных домовладений, которые не услышали устных призывов, не откликнулись на письменные сообщения, уже по ним тогда начинается возбуждение административного дела, выдаются предписания. Достаточно, опять же, короткий срок, там 2 недели, заключить договор на вывоз мусора. Если этого не происходит, то материал передается в мировой суд по невыполнению предписания и выносится штрафная санкция в размере 5000 рублей в отношении собственника частного домовладения. Такие административные дела уже они возбуждены, их 12. Там, где были проведены определенные работы по привлечению к административной ответственности. В общем объеме пока динамика достаточно положительная. Люди очень правильно реагируют и понимают, что и дешевле, и правильнее, и просто по закону заключить договор на вывоз мусора, чем ждать, пока будешь привлечен к административной ответственности.